Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будут светильники из коллекции Lens от производителя Mytoni. В коллекции предлагается три варианта светильников. Я взял с собой две модели. Это настенный на два источника света и вот такой потолочный, он на жесткой стойке, а также предлагается еще он и подвесной. Цвет светильника может быть черный или белый, они полностью из металла, матовое покрытие. Источник света здесь светодиодный LED-модуль, это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. В данном случае каждый модуль выглядит как один большой светодиод. Потребляют они по 4 Вт, выдают около 40 Вт каждый. Здесь точно такой же модуль, просто он один. Они прикрыты линзой стеклянной, она такой полусферической формы. Эту модель я подключил, так он выглядит включенным. Цвет свечения теплый, в кельвинах это 3000. Ну, лучи света получаются здесь очень мощные и с таким довольно широким углом рассеивания. На стене он вот так будет смотреться примерно. То есть освещает он очень большую площадь на стене. И если, допустим, колонна, какая-то длинная колонна, где высокие потолки, 4 метра, 5 метров, то есть это будет как раз вот очень хороший инструмент для такой подсветки. Здесь точно такой же будет луч, то есть если он у нас потолочный, то можем говорить о том, что высота потолка может быть там 3,5-4 метра. То есть для высоких потолков он очень хорошо подойдет. Крепятся они с помощью монтажной планки. Они здесь одинаковые, диаметр имеют 8 сантиметров, 2-3 отверстия для установки. Также модель, которая потолочная, здесь есть возможность немного его направлять, сам этот фонарик, либо отдельно плафон, либо вместе со стойкой. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.